Чествуя Герцена, мы ясно видим три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих борцов. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало даром. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили и закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и заканчивая героями народной воли. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури», — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря. Буря — это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к активной революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти у нас на глазах. 1912 год. Статья «Памяти Герцена». Владимир Ленин. Полное собрание сочинений. Том 21. Страница 61.